Утверждены новые правила экзамена на водительские права. Измененный порядок начнет применяться уже с 1 октября 2020 года. При этом новые стандарты не отменяют требований к автошколам иметь автодром для учебной езды. Будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью свыше 60 км в час. А поездки по автострадам станут частью практического экзамена. Вместо двух отдельных программ оценки вождения на площадке и в городе появится новая объединенная программа. Сначала экзаменатор направит ученика на прохождение ряда стандартных элементов, выполняющихся заранее на площадке. А потом, без прерывания экзамена, они отправятся на дороги общественного назначения, где показанные ранее умения необходимо будет применить в реальных условиях. Поездки могут совершаться как по небольшим дворовым проездам, так и по незнакомым маршрутам, которые определит инспектор экзаменационного отделения на основе утвержденного списка улиц.